Пане Романе, до речі, якщо от говорити про використання резервів загалом в цій війні проти росіян, що кажуть в CNN? І зараз з вами це проговоримо, що начебто збройні, ну, бо в нас, звичайно ж, Генштаб мовчить, і це нормально, не розповідає нічого, що відбувається на фронті. Кажуть наступне, що ми, Збройні сили України, почали застосовувати резерв на півдні України. І вони пояснюють це тим, що, мовляв, застосування його спричинене тим, що ми знайшли слабкі місця противника на фронті. Ну і слабкі міста і підійшли к той лінії оборони, яку вже оперативним резервом сложно прорвати. Во-первых, устали, во-вторых, использованы силы, средства и оперативного резерва, и определенных тактических групп. Потому вводятся уже стратегические резервы, отдохнувшие, обученные с новой техникой, с полным боекомплектом войска, воинские подразделения для выполнения прорывов линии обороны. Вот этот район, допустим, Орехово, район Работино, туда, куда мы уже подошли к линии обороны. А у россиян, да, там несколько линий обороны, но россияне все усилия бросили на обеспечение первой линии обороны. То есть именно ее они минировали, именно ее они укрепляли. Вторая линия обороны использовалась только как помощь для первой линии обороны. Задача у них стояла на первых рубежах остановить наше наступление, не дать продвинуться. Чим інтенсивніші бої, тим коротший термін служби фронтових авто. І з початком контрнаступу Збройних сил України у війську різко зросла потреба в транспорті. Волонтери проєкту «Геройкар», який спеціалізується на повнопривідних пікапах для війська, заявляють, за останній місяць число запитів з передової зросло в рази. Аби задовольнити заявки бійців, що воюють на нулі, створили онлайн-платформу для збору коштів. Зараз на сайті десятки актуальних заявок від конкретних підрозділів, відео, записане бійцями, і звіт, скільки коштів уже зібрано на ту чи іншу автівку. Волонтери «Геройкар» закликають долучитися усі, хто має бодай найменшу можливість. Коли мова йде про спільну перемогу, внесок кожного важливий. Тому скануйте QR чи переходьте за лінком в описі і допоможіть нашим героям бути швидкими та мобільними у полюванні на ворога. А вот все остальные, это можно сказать, ну, откопанные, понятно, пролитые, но они не обеспечены полным пакетом тех действий и тех мероприятий, которые есть на первой линии. Вот мы первую линию уже прорываем. Потому есть смысл вводить стратегические резервы, и об этом, скорее всего, и говорят наши друзья, наши партнеры, ну и пишут, естественно, об этом. То есть вот в районе Работино и в районе того же Старомайорского. Там тоже уже можно будет после прохода определенных линий, уже при подходе к Старомайорке, там можно будет вводить тоже стратегические резервы. Это вот по этим двум направлениям. До речі, пане Романе, от зараз я вімкнув на карті Deep State промальовані лінії оборони. Не знаю, наскільки вони відповідають реальності, але аналітики працюють там начебто дотошно. Так от, маємо також просування і навколо Роботини за останні 24 години. Ось бачимо, ми просунулись на схід від Роботини, в бік Вербове. І що кажуть військові на місцях? Що саме від Вербове до Роботини знаходиться перша лінія оборони. І фактично ми також її прориваємо. У мене запитання, як ви вважаєте, ми будемо методично рухатися в двох напрямках – Оріхово-Токмак і Старомлинівка-Маріуполь, чи все ж таки Збройні сили України будуть обирати один шлях для удару? Скорее всего, даже в трех направлениях. Дело в том, что в основном выбирается три направления, а дальше одно из направлений, то, которое перспективное, остается. Остальные два как-то могут либо затухнуть, либо, наоборот, так же двинуться. Но сначала движутся по двум-трем. Я думаю, третье направление еще будет в ближайшее время. Это, скорее всего, форсирование Днепра где-то в районе от Кимбургской косы до Запорожья, ну, до Васильевки, так как уже можно форсировать Днепр и по дну
Каховского водохранилища. Там есть старые дороги, по которым можно двигаться и, в принципе, также форсировать. Потому третье направление в ближайшее время откроется. А дальше будем двигаться по всем трем направлениям. Ну и посмотрим, как по развитию ситуации. То есть основное, оно останется одно там, где будет большее прохождение и удобнее позиция, особенно с укреплением флангов. А то, что вот сейчас вы показали по поводу работы на Вербово и линию обороны, я же об этом и говорил. То есть это та линия обороны, первая, можно как угодно ее можно назвать, там единственная, тот уровень обороны, куда они вложились полностью, то есть выложились в эту линию обороны. Здесь уже можно вводить стратегические резервы, ее прорывать. Дальше будут некоторые очаговые сопротивления, но это уже не такая сплошная линия, как вот именно вот это в районе Вербового, в районе Работина. Мы уже к ней подошли.